Туман – это облако, которое парит низко над землей. По сути, оно такое же, как и то, что мы привыкли видеть высоко в небе. Вот только когда это облако опускается ближе к земле или к воде, то его называют туманом. Чаще всего туман появляется по ночам и рано утром в низинах и вблизи воды. Образуется он, когда влажность воздуха высокая, а температура низкая. Тогда капли воды сгущаются вокруг пылинок, и получается туман. Осенью туман можно увидеть гораздо чаще, чем в другие времена года, потому как в этот период воздух охлаждается быстрее, чем земля и вода. Ночью в безветренную погоду в низинах появляются тонкие слои тумана. Когда остывает земля, охлаждаются и нижние слои воздуха. При соприкосновении теплого и прохладного воздуха и получается это природное явление. Городские туманы намного гуще сельских, а все потому, что в городе воздух очень грязный и, соединяясь с частичками воды, образует плотное покрывало. Самое туманное место в мире – Атлантическое побережье Ньюфаундленда в Канаде. Там влажный теплый воздух проходит над холодной океанической водой. Туман в этих местах наблюдается в среднем 120 дней в году. В тумане мир становится другим, более романтичным и загадочным. Есть даже фотографы, которые специально устраивают охоту на туман ради того, чтобы сделать фантастической красоты кадры.